Поправить самую капризную деталь форменного платья – алый шейный платок, надеть белоснежные перчатки, еще раз пожелать друг другу удачи и занять место в парадной коробке. Под перчатку берите на шатырь, пока есть возможность. Дельный совет от главы правоохранительного ведомства. Ведь парад – это волнительно. Но они справятся. За плечами каждой участницы 2 месяца усердной подготовки. Строевому шагу их учили тщательно. Благо, с учителями повезло. Первые дни были тяжелые, пока они поняли всю эту ценность, что от них хотят, что от них требуют. Но первое время было тяжело, потом они собрались, взяли себя в руки. И довольно неплохо, даже показали лучшие результаты, чем мужчины. Сами участницы парадной коробки достаточно лаконичны. Как они говорят, милиция – это такая работа, а точнее образ жизни, где приказы не обсуждаются. Было сложно, жара, погодные условия, конечно, подводили нас. Но мы же милиционеры. Милиция – это не просто работа, это такой образ жизни. 3 часа в день под палящим солнцем, 3 раза в неделю. Но наше руководство нас берегло, давало нам немножко отдохнуть. Было очень тяжело. Мы справимся и постараемся пройти по площади с достоинством. Парад традиционно – это демонстрация военной мощи вооруженных сил страны, а в этом году еще и красоты. Истинным украшением торжественного события стало участие женских коробок Министерства внутренних дел и Министерства обороны. Стать и выправку леди в погонах выгодно подчеркнула идеально сшитая форма. Темно-синее платье, головной убор, перчатки и алый шейный платок не оставили равнодушной ни одну из участниц парада. Форма очень нравится. Мне кажется, она стройнит, она визуально вытягивает силуэт. И, в принципе, яркие моменты и акценты в форме придают пикантности образу в целом. Осталось совсем немного. Пробный шаг на месте, чтобы взять ногу, а дальше то, к чему так усердно готовились – сам парад. Что они справились, первыми возвестили овации. Леди в погонах аплодировали все гости праздника. Я удовлетворен. Наши сотрудники прошли гораздо лучше. И, пользуясь случаем, выражаем огромную благодарность. Я думаю, мы в конце подведем итоги и обязательно поощрим тех, кто готовил параду и непосредственно тех, кто в нем участвовал. Через час об изюминке парада 2018-го рассказывали на интернет-сайтах и в паблик-чатах. Гордость и краса Министерства внутренних дел достойно представило правоохранительное ведомство. 030, Тереку, связь. На связи. Окажите срочно помощь на КП-1, как приняли? Приняла, едем. Быть всегда на связи, прийти на помощь в случае необходимости, чувствовать плечо напарника и работать в команде. А еще носить форменную одежду и строго соблюдать устав внутренней службы. Всему этому Наталья обучилась в милиции, в Бендерском отделе ГАИ. Служба милиции непростая, но очень интересная, ввиду того, что это не рутинная работа, это каждый раз какие-то новые ситуации, которые требуют решения быстрого, объективного, соответственно, и, естественно, верного и законного. Навыки нелегкой службы Наталья постигала в ускоренном режиме. Милицейскую форму сержант Рыбак надела 3 года назад. Уверяет, о принятом решении не жалеет. В первую очередь для того, чтобы прийти в ГАИ, пришлось обучиться вождению, получить права, получить навык вождения, что немаловажно. Столкнуться с юридической стороной. Сегодня полученные знания Наталья успешно применяет на практике, пропагандируя безопасность дорожного движения. Здравствуйте, ГАИ Бендер, сержант Рыбак. Ваши документы, пожалуйста. К слову, потенциальные правонарушители от леди в погонах с милицейским жезлом в руках просто в восторге. Документы предъявляют без возражений. Говорят, это отличное нововведение. Конечно, приятно. И другой голос сразу. И дает настроение нам за рулем. Мы даже рады, когда они работают. Даже смотрим, молодцы, что они попали. И хорошо, что органы создали такую систему. После работы Наталья спешит по особо важному делу – в сад к младшей дочке. Старшая, которая в этом году идет в школу, ждет дома. Они первые и главные оценщики маминого внешнего вида. Первый раз дети очень удивились, потому что им было непривычно видеть маму в таком виде.
Возник очень такой серьезный интерес у старшей дочери. Возникло желание идти работать в милицию. Ну, во-первых, это атрибутика определенного рода, знаки отличия. То есть, ну, как-то это вызывает интерес. То есть, это не просто обычный дресс-код. И, конечно, детям интересно. Блондинка в милицейской форме тоже Наталья. Она инспектор ГАИ. Сегодня по плану профилактика нарушений скоростного режима. В зеленом чемодане радар, который с точностью до километра определит скорость движения. Долго ждать не пришлось. Водитель серебристого Ниссана немного превысил скоростной режим. Извинениями в этом случае не обойтись. Правонарушителя ожидает штраф. ПДД обязательный для каждого, говорит Наталья. Поблажек никому нет. Они умело пользуются радаром, заступают в наряды и носят форменную одежду. Жезл, свисток и нагрудный знак давно стали обязательным атрибутом. Они работают на мужской работе, плечом к плечу с сильным полом. Но служба с ними легче и приятнее, говорят коллеги. Девушки, они всегда считались слабым полом. Поэтому нести с ними службу приятней. При этом испытываешь чувство повышенной ответственности. Мы ежедневно проводим с ними работу, обучаем их, воспитываем как обычных сотрудников милиции, в частности, инспекторов ГАИ. Впереди у прекрасной половины бендерского ГАИ профилактические операции, борьба с правонарушителями, карьерный рост и много новых начинаний. Леди в погонах верят, с поставленными задачами они справятся. И служебные, и семейные заботы им по плечу. Приказ заступить на охрану общественного порядка и безопасного дорожного движения совместно с сотрудниками госавтоинспекции. Так непривычно началось утро учеников первой гимназии. В течение ближайшего часа они не просто школьники, они помощники сотрудников ГАИ, юные инспекторы безопасности дорожного движения. Я участвую первый раз, и мне очень нравится, потому что это очень поучительная декада. Сегодня мы наблюдаем за пешеходами, чтобы они не проходили на красный и не нарушали правила дорожного движения. Кристина вместе с одноклассниками и госавтоинспектором патрулирует на одном из самых напряженных городских перекрестков. Нарушителей долго ждать не пришлось. У всех срочные дела, поэтому нарушают, переходят на красный. Вы когда переходите дорогу, пожалуйста, обращайте внимание. Не обращайте. А мы стоим, сотрудники ГАИ. Посмотрите, пожалуйста. Ну, буду обращать. Спасибо большое. Перебегать не надо, потому что здесь аварийно опасный участок дороги. Пожалуйста, приедьте, не нарушайте правила дорожного. Наказывать их госавтоинспекторы не стали, но убедительно просят впредь быть внимательнее. Правила дорожного движения – залог безопасности. А это перекресток Суворова-Лазо. Здесь за порядком на проезжей части совместно с инспектором следят лицеисты. Артему служба в ГАИ нравится. К тому же сегодня ему удалось познакомиться с главным атрибутом госавтоинспектора – милицейским жезлом. Мы показываем внимание, показываем на машину, которая нарушила правила дорожного движения, и показываем, куда ему остановиться. Пополнит ли он ряды сотрудников госавтоинспекции, Артем пока не знает. До этого еще много времени. Но быть помощником госавтоинспектора ему понравилось. Утром я очень готовился к этому дню, и мне очень тут интересно. И, ну, интересно, как происходят вот эти вот все остановки машин. К слову, в сегодняшнем мероприятии участвуют 10 городских школ. Проводится оно ежегодно, последние 11 лет, успев стать традиционным. Сегодня мы на самых оживленных перекрестках несем службу с юными инспекторами дорожного движения, которые также помогают нам, говорят деткам, где переходить дорогу, и помогают им в той или иной сложившейся ситуации. При этом раздают агитационную литературу, где написано, как надо вести себя на проезжей части дороги. Основная цель данного мероприятия – это недопущение дорожно-транспортных происшествий с участием детей. Декада безопасности дорожного движения продлится до 10 сентября. Сотрудники ГАИ еще раз напомнят ребятам о правилах дорожного движения. Компьютерная игра. Второго.
второго шанса не будет.